Очень наивно полагать, что можно внести в этот мир такую сумятицу, как современные цифровые технологии, и ожидать, что все останется по-прежнему. Просто люди общаются в социальных сетях. Но они живут в социальных сетях. Вот это самое главное. Они получили новые паспорта. Эти паспорта, их аккаунты в социальных сетях. Они отдают свои данные компаниям. Они ведут общение и социальное взаимодействие, что есть основа вообще любой реальной политики, в социальных сетях. Они не общаются с друг с другом. Это те самые цифровые пространства, в которые перекочевали люди. Они переехали в новые государства под названием там, Facebook, Instagram, TikTok и так далее. И сейчас мы наблюдаем процесс, когда параллельно работают все эти системы, кроме гражданского общества, которого нету нигде.